Доброе утро. Я сейчас иду на работу, но я решила сначала быстренько заскочу на море. Посмотрю, что на море. И потом быстренько побегу на работу. Я уже вышла сегодня из больницы. Но вчера выписали меня. Ну и пойду бутылочки, бумажки пособираю. Время 7 часов. Мои хорошие. Ну, 10 минут 8, вот так. Вот. И я с девочками встретилась, с дорожниками. Смотрю, убирают. Говорят, а ты куда? Я говорю, иду убирать. Сначала, говорю, схожу на море. Валя говорит, ну я там иду тоже убирать. Я говорю, ну давай, пошли вместе, быстренько пройдем, пробежимся. И говорю, это... И пойду, кофеечек попила, вон, выпила по дороге. Думаю, все по дороге сделаю. Потому что я уже давно не была на море. Думаю, быстренько пробегусь, быстренько на работу, быстренько все. И все быстренько надо. Все, бегом, бегом, бегом. И все. И домой. Сидеть в хате, в квартире. Не вылазить никуда. Поэтому все бегом делать буду. Сейчас пробегусь, пробегусь. Пособираю бутылки бумажки. Крупненькое такое. Вот у меня Амиржана спина болит. Я говорю, не ходи со мной, сиди дома. Там уже, говорю, я уже сама потихонечку сделаю. Вон люди тоже, кто-то идет с моря, вот, как и я. Я на море, а тут с моря. Ну, шум. Ой, поломала палку. Шум моря есть. Вот, это такое. Вот, сейчас мусорку там, мусорные, дойду и выброшу стаканчик. Ну и, короче, такие дела. Вот такой день у нас. Это что у нас вторник? Вторник, да. Ну, как бы у нас карантин, ну а мы дворники выходим, убираем. Это, думаю, ну нормально. У нас хорошо центральную дорогу полили хлорочкой. Так хорошо обработали, молодцы, что полили, пообрабатывали, хоть что-то, какую-то инфекцию сделали. Ну, один мальчик, мужчинчик, пошел уже туда в деревню, в поселок с моря. Не, ну тут кто-то еще есть на море, тоже смотрю, кто-то есть. Но я думаю, по-быстренькому заскочу, посмотрю и быстренько на 8 на работу. Мне на 8 на работу. Ну, я думаю, я успею. Сейчас быстренько сниму вам небольшое такое видео, с вами прогуляюсь. И все. Вот. И пойду на морнике. Вот в маске иду. Маску одела. Вон, видите, кто-то зарядку делает. Ну, кто-то тоже пришел на море отдыхать. А что делать? Надо отдохнуть. Поэтому нет. Мусор бы. Подойду мусорку. Сейчас выбросить надо. Это самое. Вот. Вот в таких рукавицах, видите, перчатках резиновых. Потому что в магазин зашла, деньги дала, двери открываешь. Вот. И это. Немножко маску приснять. Я тут никого нету, только один мужчина там далеко. Хоть подышать воздухом. Ой, не, сидят, гляньте. Кто-то сидит возле моря, дышит тоже. Не одна я такая умная пришла сюда. Ну, так это с утра. Вы знаете, утречком люди приходят, зарядки делают, гуляют. Вот.
Вот, мои хорошие. За сколько? За 2 недели мы с вами на море попали. Сейчас быстренько раз-раз. И я на работу побежала на 8. И все. Ой, тут так хорошо. Собачка там стоит. С мужчинчиком. С мужчиной. Работает. Ой, работает. На городской пляж я пошла. Ну все. И с вами прогуляемся. Никого нет, все дома сидят, видите? Все дома сидят. Ну-ка, я так думаю, что на море нам, наверное, где-то в августе, может, в сентябре можно будет приехать. Что-то они сказали до июня или до июля месяца нельзя будет сюда ехать, да? Это какой-то мужчина смотрит на меня. Что я иду тут с этой палочкой гуляю. Красивая какая. А, какая красивая собачка. Иди мимо, говорит, иди. Какой-то хрен. Пошел с собакой гулять, еще возмущается. Ну что, сейчас я уже все закрываюсь с вами. Да пойду, наверное, на работу. Думаю, сюда зайду, вам сниму и пойду на работу. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кому понравилось, нравилось. Пока-пока. Ну, как раз нормально.